завершился 4-й Московский экономический форум, который уже успел зарекомендовать себя открытой профессиональной площадкой со множеством известных экспертов. За 2 дня форума было освещено множество актуальных тем и были проведены десятки острых дискуссий. Работу 4-го форума и перспективы 5-го, а также главные итоги 2 дней МЭФ-2016 оценил в интервью накануне ТВ сопредседатель форума, глава Ассоциации «Росагромаш» и «Новое Содружество» Константин Бабкин. Итоги форума меня удовлетворяют. Прошел на высоком таком уровне компетенции и насыщенности, и все было интересно, занудства никакого не было. Несколько сотен выступлений было, причем в таком жестком формате, каждый в среднем, наверное, минут по 7, но за 7 минут люди много успевали сказать. На форуме присутствовал экс-глава МВФ Доминик Стросс-Кан, который придал дискуссиям дополнительный вес. Особенно важна была его мысль о том, что для каждой страны есть свои особенности реформ, поэтому нельзя их слепо брать и переносить к себе, как, кстати, и делает наше правительство. Это действительно тоже важная мысль. Может быть, мы все знали об этом, что надо идти по своему пути. Но от такого человека это будет тоже важно. Действительно, наш либеральный экономический блок правительства страдает тем, что слепо следует советам из-за океана, игнорируя особенности страны, игнорируя даже интересы. Поэтому, да, вполне справедливо, очевидно, такая мысль и важная. У нас есть свой опыт, когда мы уже выходили из подобного кризиса, что на форуме также обсуждалось. Правительство Примакова, Маслюкова и Геращенко однажды уже спасло страну от разграбления. Давайте еще раз вспомним историю. То правительство просуществовало лишь всего 9 месяцев. Оно пришло к власти после страшного дефолта 1998 года, когда была обрушена экономика. За эти 9 месяцев правительство придало новый вектор развития страны. Была реструктурированы долги предприятиям, была стабилизирована финансовая система, были усилия направлены на поддержку реального сектора. Что интересно, на форуме не бывает представителей правительства или экономического блока. Константин Бабкин уверен, они следят за форумом, но пытаются его информационно игнорировать и замалчивать. Просто пока это возможно. Мы провели большую работу, уже весомый форум, но недостаточно весомый. И нам предстоит много работы. Сейчас нам на форум приходят 3500 человек. Ну, сотни тысяч, может быть, миллион знает про форум и следит за его работой. Нам надо, чтобы 100 миллионов следили за форумом. Поэтому каждый из участников форума, из тех, что 1000 человек, из тех, кто следил по трансляциям, он должен работать с таким журналистом в своем окружении, пропагандировать эти идеи, говорить, что то, как мы живем, это ненормально, все должно быть гораздо лучше. Итог МЭФ-2016 прост и понятен. То, что происходит сегодня в экономике, что делает со страной экономический блок правительства, это просто неадекватно. Хотя люди разных взглядов были, но линия у форума прослеживалась. Никто не сказал, что современный курс экономически адекватен. Все согласны, что его надо менять. Все согласны, что менять надо на развитие не сырьевой экономики, на развитие обрабатывающих отраслей. В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для «Накануне ТВ». Подписывайтесь на канал «Накануне ТВ» и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение».